В стиле КГБ Юлия Самойлова стала частью российских провокаций. Об этом в эксклюзивном интервью для BBC World News рассказал Алексей Гончаренко. Нардеп отметил, что политика России относительно евровидения в Киеве мало чем отличается от внешней политики Кремля в целом. Напомню, Украина отказала Юлии Самойловой в участии в конкурсе, поскольку та выступала в Крыму в 2015 году. They used this as a provocation, and especially because Yulia Samoilova is a disabled person, they are using like KGB tactics, which is very for Mr. Putin common, of leaf shield, when they're using children, women, disabled people just to go ahead of their aggressive actions.